и мы создаем информационно-аналитическое управление, будет создано, и жесточайшим образом будем пропаганду и агитацию проводить. Против этого митинга будем проводить 3 митинга по тем изменениям, которые у нас происходят. И нам нечего бояться или там позволять каким-то образованиям здесь на 5% республики не должны накачивать всю республику негативом. И те издания, которые в эту сторону работают, будем смотреть. И те сайты, которые созданы, в Москве они находятся все. Кто за этими стоит сайтами? Кто их финансирует в данном случае? Просто не хочется этим заниматься, честно говоря. Проблем в республике без этого много было. Но мы найдем противодействие, вплоть до разрушения этих сайтов через хакеров. Мы знаем, как действует отношение этих людей.